Мы с вами, друзья, наблюдаем то, что называется Pay Station. Вот тут написано эти Pay Station. Это место, где нужно заплатить за парковку автомобиля. Вот наш иммигрантовоз тут стоит. Слушай, какой экзотический автомобиль. Это шикарная. Это, обалденная, знаешь, вещь. Мультик про машинок. Там так. Был такой трак. Да, да. Так вот, значит, и чтобы заплатить, надо заплатить. И квиточек, который оно даст, положить на дэшборд автомобиля. Значит, все места пронумерованы. И тут солнышко светит, может быть, не так сильно видно, но каждое местечко имеет свой номерок. Так, ребят, пошли. Анюта, давай. Инструкция, говорит, первая. Нажми любую клавишу. Нажали. Нажали. Потом, что говорит? Он там что-то... Enter stall number. Наберите номер вашего места. Да. 5, 0, 4, 1. Да, наберите номер. И... Номер один. Так, окей. Later. Purchase ticket номер один. Так. А... Доллар в час. Доллар в час. Или можно all day till 10. Значит, press number on keypad to select options. Первое, мы по часам хотим платить. Хотим по часам. Два часа пусть будет. А вон там внизу бумажка, смотри. Она так бесшумно вышла. Ну, в общем, вот такой у нас ресит. Движемся дальше. А он пишет номер? Заплатили мы за стояночку в гавани города Санта-Крус. Вот она, родная. Вот она, эта гавань. Нас тут сейчас подберут друзья на катере. Ну, так, хорошие знакомые, скажем так. И мы поедем с ними немножко покататься. И я засниму. С нами Семен, он же Сэмюэл, он же Сэм. Сэм, сделай так ручкой. Ну, скажи хай, что ли. Хай. Так, вот. Мать Сэмюэла, Энна. Мама, где бабушка, да. Ира? Так. Солнышко, очень-очень приятно. Нам велели одеться потеплее, потому что, говорят, на воде будет холодно, говорит, перчатки возьмите. В общем, мы такие немножко утепленные. Это Ронда, риэлтор, который нам помогал купить дом, вот это вот Санта-Крус, где мы там дочуемся. Вот, и ее сын так, занимается таким коммерческим ловом рыбы, вот это его... лодка, ну, бот, они, это Сибриз, вот это принадлежит ее сыну. Сами они живут на одном из ботов, вот там далеко такие большие стоят, если видите, громадные, вот они живут на таком. Ну, он никогда не выходит в море, потому что его заправить там стоит $1000 просто одна заправка, поэтому они там живут, а у ее мужа есть... небольшая лодочка, очень классная для рыбной ловли в основном. Вот мы с ним сейчас пойдем, он большой рыбак, а еще он прист, то есть он такой неконфессиональный такой священник. Хотя когда-то он был поваром в ресторане хорошем, и они там познакомились с Рондой. Ронда была официанткой, он был поваром, а потом на него что-то снизошло. Он был совершенно... нерелигиозным человеком, вел такой образ жизни специфический, там, и употреблял всякие вещества неправильные. А потом вот на него что-то такое снизошло, он закончил курсы, там, 3-4-месячные. И вот с тех пор, значит, проповедует, и надо сказать, что удачно проповедует, у него большая аудитория, он по всей там Европе, и по Америке, и так далее. Вот это он. Эта лодка не может утонуть. Вот такая лодочка. А, Ронда. People who watch my videos in Russian, they ask if Americans feel comfortable asking each other about how much is this car, how much is your boat, how much... This boat was $35,000. Yeah, but is it, do people feel comfortable answering and asking? Some do, some don't. Okay, not everybody. I do. Okay, так, у нас тут такое хозяйство. Штурвал. As long as you have them on board. Я могу сесть вот тут на носу, есть где сидеть. Надо сказать, что очень удобно, очень комфортабельно.
очень комфортабельно. 35 тысяч стоит такая лодка новая. Она не потопляемая, как вот объясняет Ронда. Она как-то это назвала Бостон. Что это? Это Бостон, это я как будто я должен знать, но я не знаю. Но вот, короче, эти Бостоны, их нельзя потопить. Тут интересно, здесь для рыбалки у него грузило. Лежат, вот я вижу. Мы видим такая пульт управления. Смотрите, тут у него карта. И в общем такое. Нас инструктируют. When we do the scattering, I'll что move the boat делать, so that we can do that with the wind. We don't want to do that against the wind. And we'll take our time when we do that. If you want, I can pray and do some different знаю, things for you or whatever you want. It's, вот говорят мне, что я тоже могу тут стоять рядом с Сэмом. Ну, что же, друзья, вот тут начинается наше путешествие. И мы стартуем от ресторана. Здесь есть такой шикарный ресторан. Очень-очень. Не шикарный в смысле, дороговизна, шикарный в смысле, вот очень известной, хорошей едой. Господи, тут прямо вот какие-то люди на лодочках, таких на каноэ, что ли, как это назвать, байдарках. Я не разбираюсь. Но во всяком случае, они тут катают. К нам пришел Сэм. А тебе не понравилось там, где капитан? Понравилось. Потом говорил, что лучше, если что иногда лучше что с фамилией. С семьей. С семьей, когда там понял, есть момент. Слушай, очень интересно отсюда смотреть вот на эти лодочки. Знаешь, все-таки мы почти фактически на самой воде. Лодка довольно с низкой посадкой. И одно дело, ты стоишь там или ходишь. И какой-то вид у этого всего. А здесь мы едем, и совершенно другая перспектива, очень-очень хорошая, очень приятная. Здорово все это выглядит. Впереди у нас там маячок. Вот. Так что побольше лодочки, поменьше лодочки. С хорошей скоростью на лодочке. Одиночница. Хорошо идет. Ой, а тут вообще какие-то ребята на воде подгребают. Ну-ка, давай. Катамаран прям какой-то. Да. Да, серьезные есть. Ой, слушай, это полиция, да, судя. Или они, может, так значок нарисовали, похоже на полицейский. Солнышко так светит, что мне не очень удобно с экрана видеть, что там в объективе. Вот такой катамаранище. Тим О'Нил. О'Нил — это человек, который придумал вот эти костюмы для холодной воды. Это местный герой. 90 лет недавно отмечали. Он жив. Правда, у него одного глаза нет, он потерял во время серфинга. Вот там место, где лодочки в воду спускают. Ну, то есть лодочки, где рочки спускают в воду. Да. Анна, как тебе тут вообще? Тут просто божественно. Да. Такая недвижимость вот симпатичная. И нам вот машут ребята. И вот мы выходим потихонечку в открытый океан. Да. Своя жизнь, конечно, на воде. И да, тут люди приветствуют друг друга. Знаете, они так вот не просто так плывешь и плывешь, а встречные, значит, посудинки. Даже вот маленькие лодочки, и вот люди друг другу там ручками машут. А вот тут вообще прикольно, прямо на каменюках тут примостились рыбаки.
Я даже не знаю, можно ли здесь вообще ловить, если так по-честному. Ну, обычно не разрешают ловить где хочешь. Обычно есть места, где можно. Есть ограничения по количеству выловленного, чего можно за день, например, выловить. Есть специальный коммерческий лайсенс и некоммерческий. Это все регулируется государством. Маячок мы обязательно снимем. Маячков в Санта-Крузе 3. Это вот один из трех маячков. Там люди загорают, мы видим. А? Да, запах невероятный, ребята. Запах невероятный. Надо, может быть, иногда вот так собираться и там выйти на лодочке. Вообще Боб, он хоть и прист, он увлекается рыбалкой, иногда берет людей, но он не так не коммерчески, но знакомых больше. Но тем не менее, он, значит, берет народ и ведет их на рыбалку. Это может быть часов на 4, на 5. Где-то миль 7-8 он уходит в океан, он знает тут все места. Громадных салмонов люди вылавливают. То есть он знает, куда идти и так далее. Он может часами разговаривать о рыбалке. Да. Но надо сказать, что некоторая качка появляется. То есть вот пока мы там были защищены сооружения, качки. Вот видим бортбок, это аттракционы. Потом чуть левее это верх. Ну они это называют борт. Но это. Ну, мы с вами там бывали, те, кто наше видео смотрит, знают, что там бывает. Скорости у нас тут добавил капитан Боб. И мы идем в некоторые. Ну, не скажу сказать, что качки в полтанке, но в общем. Покачивает, побалтывает чуть-чуть. Да, мы видим серфера. Я пытаюсь навести на них поближе, но они поскольку нас. Вон один серфер. Да. Поскольку нас болтает. Сэм, go sit by the cat. Go. И вот заключение нашей поездки. Мы возвращаемся в гавань. Вот так. Мы входим в эту гавань. Don't go in there, Sam. Красиво. Я стоял немножко, но поскольку я загораживаю капитану вид на тот путь, который он проделывает, я немножко ушел в сторону. Присел, точнее. Так все, в общем, очень цивилизованно, красиво и, как тут говорят по-английски, inspirational, вдохновляющим, очень вдохновляющим. А это, кстати, ресторан. Вот посмотрите, какой симпатичный. Окна. Такие одни окна, там стен толком нет, застекленные. Там люди сидят, закусывают. Красиво. Очень доступно по ценам тут все. В общем-то. Оно не становится сильно дороже от того, что в таком месте прекрасно. That's degrees. So that's a heading. See the compass heading? It was 300 and something just now. It's 330 we're going at. So this picks up that compass reading. Tells us what it is. А вот там очень симпатичная недвижимость. We're heading north, 330 degrees. See the N up there? И она так стоит хорошо, и вид невероятный оттуда, понимаете? Almost north at zero. And this shows us where Красиво. We are. This is Monterey Bay. And we're a little dot right in there, I'll show you. Это действительно, ребята, одно из самых прекрасных мест на Тихоокеанском побережье. И само по себе Тихоокеанское побережье очень красивое место. Я проехал вот от Аляски там до Южной Мексики. И могу вам сказать, что
при всех различиях, которые там есть, скажем, между Аляской и Мексикой, тем не менее, очень много общего. И это очень, очень красиво, очень. Вот мы и возвратились в Гаву. Я думаю, что вот наш юный Сэм, 8-летний, из Нью-Йорка приехал, племянник Светланы, и он тут всю дорогу с капитаном общается. И так. Я думаю, у него должны остаться хорошие впечатления. Мы идем очень тихим ходом. Девушка симпатичная. Ну-ка. Да. Такая амазонка, можно сказать. Сегодня утро, суббота. Относительно много людей. Кто рассказывает про акул, Боб, что они тут круглый год ходят, но не приближаются к берегу. До этого он говорил, что тут морские львы себя изумительно чувствуют, за исключением вот того, что могут акулы обидеть, но как бы не безумно актуально. Вот так вот. Смотрите, какие хорошие, красивые там виды открываются, да? Тем, кто живет в этом. В этих квартирах, домах. Да, и вот мы пришли в то место, где пойдем высадимся на берег. И вот лодка, такая рыбацкая лодка, которая принадлежит сыну Ронды и Боба. Он неожиданно для всех в семье вдруг стал, так называется, commercial fisherman, стал рыбку ловить за денежку, причем очень здорово зарабатывает. Вот такая лодочка дает очень хороший доход. И у них дедушка был рыбаком, и они думали, что это с этим покончено в семье. И вдруг парень, причем их два сына, и оба этим занялись. Все, ребята, мы причаливаем и собираемся на берег.